Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купинов Play Forest, который отлагал, который начал работать. Мы сегодня с вами продолжаем, заканчиваем смотреть обновление 0.20, все потому, что кончилось то, что можно посмотреть. Мне один человечек скинул где-то какую-то карту в комментариях в паблике «Молодца». Это я про него. И, собственно, где-то тут вот рядом с этой огромной херобуриной, огромной в земле, где-то здесь есть лагерь туристов, в котором в одном из туристов торчит новое оружие, то самое, которое мне сказали, уже спойлернули, собственно, она называется катана. Она торчит в боку какого-то мертвого чувака, и, собственно, где-то, правильно я ориентируюсь, по-моему, где-то здесь. Надо идти в противоположную сторону от моря с этой дыркой, со здоровой. Где-то здесь должен быть лагерь. Если мы его, собственно, не найдем, то и, собственно, насрать. Но найти-то надо как-нибудь. Мы вообще сегодня пойдем в пещеры. Попробуем там сюжетных предметиков поискать и до кучи посмотреть на всякий бред, который, опять-таки, разработчики сюда впилили, добавили. Это всякие шейдеры какие-то, свет там разный, короче... Аборигены, спокойно. Где-то там еще новый мутант, возможно, в пещерах, возможно, тот серый, про которого я говорил, которого я заметил, какой-то непонятный, он бегает слишком дерзкий, слишком опасный, слишком вообще не хочу с ним связываться вообще никак. Ну и так, короче, по мелочи что-нибудь там еще поделаем. Может, кого-нибудь поубиваем. Это, кстати, 15-й день. Вот. Может быть, здесь. Но здесь я уже бывал, наверное. Микросхема. Да, здесь я, наверное, был. А здесь я человека, кстати, и не видел. Может быть, здесь и нет человека. Здесь есть только олени. Олени и грибы. И камни. И все. И палки. И деньги. И все. И ничего полезного, короче говоря, здесь нет. Есть еще чемодан. Давайте хоть его лутанем. Таблеточки забрали, отлично. Нам бы, кстати, еще коктейльчик. Вот, кстати, неплохо. Потому что, когда мы зайдем в пещеру, там будут опасные мутанты, которых надо убивать коктейлями, иначе они убьют тебя. Газировка есть. Хавчика сейчас мы собираем с этих чемоданов. В виде шоколадок. И пойдем спокойно туда. Иди нахер отсюда. Нет, я все-таки обознался. Походу. Тихо! Сраные олени. Бегают. Они, короче, стали палить меня и пугать, как аборигены. У них какой-то непонятный тоже такой же бег, очень похожий на аборигенский. Нету здесь, короче, никого. Дуди Петрович. Нет никакого туриста, которого можно было бы обокрасть на катану. Я вот реально его не вижу. Может быть, это не тот лагерь. Может быть, как-нибудь случайно в какой-нибудь следующей серии, в следующем обновлении мы все-таки эту катану найдем. Но хотелось бы, конечно, в этой. Вот. Вот мужик. Есть катана. Он обгорелый какой-то. Вот у него вроде бок. Вроде как должно что-то торчать. Котелок. Деньги, журналы. Не, походу не то. Ладно, пойдем в ту сторону. Мы сейчас где-нибудь заметим первый же самый вход в пещеру и в него зайдем. В пещерах надо посмотреть, во-первых, текстуры земли и стен, потому что они были обновлены. А новые шейдеры для воды, опять же, в пещерах. Исправление наложения теней от объектов, опять-таки, в пещерах. А, там же где-то должна, наверное, валяться и карта, если я ничего не путаю. Где-то там в этих пещерах есть всякие сюжетные предметы, в том числе, наверное, и карта. И было бы неплохо, собственно, ее найти. Отлично, спуск в пещеру я нашел, прям красота. Ну, пойдем прямо здесь залезем. Кроме того, вот здесь у нас по поводу... Ну-ка. Должен был увеличен быть радиус осмотра. Да, он вроде как увеличен. Это замечательно, это хорошо. А подожди, я сейчас спущусь прямо, наверное, к монорою этому... Какому? Многороку, многоногу монстру. Правильно я понимаю? Если это тот самый спуск. И здесь, кстати, детеныши этих... Опа! Так, это обычный абориген. Ладно, увалим отсюда. Я не хочу с ними сейчас связываться, потому что это, наверное, те самые пещерные здоровые аборигены, которые, сука, выносят с двух ударов. Мы сейчас попадем прямо к ним в засаду, я этого не хочу. Лучше мы войдем где-нибудь подальше и сами покажем, здесь, кто здесь главный, потому что иначе все будет очень плохо. А, немножко исправили они, конечно, прогрузку. Побыстрее стало грузиться при входе-выходе из пещеры. Это было тоже указано вроде как в обновлении. У тебя нет катаны? А то, может, у аборигена какого-то... Турист, наверное, какой-нибудь дерзкий у меня непосредственно прямо именно в моем форесте был дерзким. И он, короче, прежде чем умереть и всунуть себе в бок катану, он убил пару человек. Так, это мы где? Это мы тут. А тут это мы где? Тут это мы здесь. Так, это тут якорь, правильно я понимаю? Да, значит, где-то здесь должен быть вход в пещеру нормальный. Не спуск, а обычный вход. Какой-то из этих гор, там должны стоять тотемчики, и мы, собственно,
по ним и заглянем. Так, на шоколадку, на попей. Вредной еды тебе, может, не помрешь. Но, кроме того, можно все-таки прогуляться до деревни, до моей любимой Абрегенской. Там тоже есть вход в пещеру. Кстати, там мы вообще давно не были. Давайте-ка я лучше войду в нее. Потому что по этой пещере мы с вами ходили 100 раз, и там, кроме как по с ребризером поплавать, в принципе, ничего полезного-то и нет. Поэтому пойдемте мы вон туда. По-моему, направление я взял правильно, или вон где-то туда. В любом случае, мы здесь не потеряемся, не заблудимся. Здесь мы были 100 раз. И главное, чтобы не темнело сейчас, потому что это вообще не надо. Да, вот она, отлично. Лучше, конечно, обойти ее с этой стороны, потому что там эти сейчас напрыгнут на меня, налетят, их там полно, прям целой кучей бегают. Так, это что такое? Это камень такой. Железная руда вообще какая-то в форесте появилась. Скоро добавят, наверное, добычу железной руды и еще что-нибудь. Будем строить себе огромные гаражи, там, машины, достроим самолет. Мы же все-таки его достраивали, ну, в какой-то там серии, может, серии 50-60 назад. Но улететь с острова у нас не получилось, потому что наша колымага не взлетела. Даже была взлетная полоса. Было все для того, чтобы взлететь, кроме рабочего самолета. Так, где тут вход-то? Вот он, отлично. Сразу давайте возьмем фонарь. Да это же не фонарь. Фонарь-то вот. Ага, и коктейльчик. Сразу тоже в руки и пойдем. Я здесь очень давно не был в этой пещере. Поэтому даже не знаю, что здесь можно вообще ожидать сейчас. Главное быть внимательным, аккуратным, потому что они убьют, и будет все очень печально. Придется опять по новой сюда бежать. А вы пока можете смотреть на шейдеры, на всякие херейдеры, на воду, на еще что-нибудь. На то, как мне сейчас кто-нибудь отвалит. Так, отлично, вижу одного. Здесь что, просто по кругу, больше никаких ходов нету? Блин, не видно ни хера с этой... бутылкой, она отсвечивает мне. Так, еще один проход какой-то. А куда он ведет? Так, абориген куда-то болтается. Блин, ну в той пещере было как-то лучше, потому что там знаешь вообще, кто и куда, и когда, и зачем на тебя нападет. А здесь-то непонятно. Сколько здесь народу, когда они начнут нападать. Какой толпой? Сейчас вообще нарвешься на многорукого, многоногого, и убивать-то нечем будет. Это что такое? Блин, я реально с этой бутылкой ни хера не вижу. И фонарь какой-то тухленький стал. Это так надо или что? Он что не светит ни хера? У него батарейки... Тихо. А, это вода. Батарейки что сели? Да какой комбин? Заряди, говорю, фонарь. Да на, вот так вот он теперь заряжается. Ну да, прям сильно лучше. Так, отлично, вон, сука, сидит. Сильно лучше прям типа стало. Так. Ядрить твою. Так, а я, наверное, сюда как раз и спускался, вот по этой веревке, да? Их тут трое получается. Так, ну-ка, чувак, к на. Бляха-муха, а. Спускайтесь, алло. Иди сюда. Прям на огонь, беги. На огонь, отлично, загорелся, дурак. На-ка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо, где он? На-ка, тварь. Ах, сука. Сдохни. Во, это хорошо. Теперь можно расслабиться более-менее. Они мяучат? Что это было? Они реально, что ли, мяучат? Да умирай давай. Что это было? Может быть, лучше как бы сделать вот так вот? А что, не комбинируется? Не понял я. Что за прикол? Я что-то сейчас неправильно делаю или как? Палка, тряпка. Апгрейд копья. Эту палку надо? Как-то странно, по-моему. Да, зажигалку возьми. Дурак. Так, где она? Подожги мне палку в конце-то концов. Во! Во!
Вот это уже хорошо. Вот это просто замечательно. Хотя бы теперь рассмотреть все можно более-менее нормально. Нихера себе, первый раз с таким обзором, короче, по пещерам шастаю. Теперь все даже видно, что где, что как. Охереть. Вот новая вода. Где-то еще должны, короче, просачиваться, как их называют, солнечные лучи из дырок. Так, это спуск еще ниже, только куда вот он ведет, непонятно. А, это выше спуск? Это подъем, в смысле, вообще? Где моя палка? Ну-ка. А, просрали уже. Ладно, окей. Так она дольше будет гореть, да? Подожди ее. Вот неудобно сделали. Почему поджигать надо? Обязательно убирать зажигалку, доставать зажигалку. Во. Так мы даже, может быть, что-нибудь полезного здесь обнаружим. Лампы какие-то, нихера себе тут надобавляли. Не, реально, я первый раз вообще вижу пещеру в таком светлом освещении. Их до этого и не было таких. Ну, до этого, правда, и палки так не светили. Так, отлично, это мои коктейльчики будущие, все хорошо, это палка. Деньги, ничего полезного здесь, ничего. Вот, отлично. Ой, как много бутылочек, ой, как хорошо, что это такое? Что-то взял. Так, ладно, давайте на всякий пожарный пока тут стоим. Еще парочку намутим. Так, а бомбы-то у меня есть? Еще у меня бомб-то нет, почему? Потому что у меня не было бутылки. Вот почему у меня не было бомб. Отлично. Еще одну. Хорошо. Так, теперь у меня есть еще и бомба. Это вообще красиво. Так, ты теперь давай пожри, чтобы мы тут не померли. И пойдем дальше, короче, лазить. Там был еще один проход, в который мы не пошли. Так, это чемоданы. В чемоданах там пока вроде ничего не надо. Это что такое? Это обычная вода. Мы сейчас не туда свернули маленько. Сейчас пойдем назад, где там вдалеке стоял абориген с самого начала пещеры. Здесь вроде как ничего полезного больше нет. Мы все вроде как посмотрели. Но факел, короче, это очень полезная штука стала. Прям реально красота. Прям с ней просто огонь. Непонятно, что вот это за вода. Это дырка или там далеко, глубоко? Вроде как туда можно сплавать. Но это надо ребризер, короче, доставать. Но у меня, конечно, есть. И вот тут, наверное, тоже можно куда-то проплыть. Ладно, пойдем, короче, назад. Мы сюда потом вернемся, если что. Но мне почему-то кажется, что там будет еще очень далекий проход, очень далекий путь. И мы его полностью сейчас облазим, обсмотрим. Горящей палкой драться что-то не очень охота мне сейчас. Они вроде как поджигаются тоже этой палкой, но... Может быть, она очень плохо блокирует. Так, я правильно тут вообще, нет? Да, правильно. Я не понимаю, как она поджигает. Мы в прошлый раз, с прошлой серии с вами пытались убить аборигена. Мы его били-били этой палкой, били-били, а в итоге... Он очень плохо убивался, и потом вдруг ни с того ни с сего взял и загорел. Так, еще один проход. Да ну на, натуре. А здесь, кстати, где-то здесь, по-моему, валяются сюжетные предметы, потому что здесь есть только какой-то спуск, то ли здесь утаскивают после первого нокаута куда-то сюда. Так, веревочка, ладно. Это что за говно? Здесь еще, кстати, по-моему, должен быть топор альпиниста, именно вот в этом месте, где-то вон там. Ну, залазь давай. Вот с таким факелом реально по пещерам прям ходить приятно, потому что ты видишь и знаешь, куда идти, что ждет впереди, чего ожидать, от чего можно умирать, от чего можно не умирать. Так, это чемоданы. Значит, это не то место. Еще одна веревка. Здесь, наверное, люди спали, судя по ночлежкам, по этим, как их, коврикам. Так, маффин еще один замечаю. Ой, хорошо-то как. Бутылочки. Там еще одна бутылка, отлично. О, еще один маффин. А, он выбросился у меня. Ладно. Допустим. Так, тихо, что я нашел? Что за музыка сейчас заиграла? Где сюжетный предмет? Такая музыка играет, когда есть сюжетные предметы. Я вроде как них сюжетных предметов сейчас не нашел. Только чемоданы и плеер. Может быть, это от плеера так играет? Ну ладно.
Это что такое? Так, еще одна веревка. Хорош! Вовремя! Так, давайте-ка еще сделаем одну бомбу. Как раз на нее все хватает. А, больше кончились часы. Ладно, давайте коктейльчик тогда поделаем. Тряпок сколько? Тряпок 46, еще полно. Все, отлично, коктейли полностью. Это сюда, это сюда. Пусть долго горит. Поджигай. Красава. Пойдем дальше. Так, а тут что? Деньги. Веревка. Веревка. Куда столько веревок набрал? Может пригодятся. Мы с таким освещением реально можем все пещеры просто прям вдоль и поперек облазить, изучить. Прям не обломаемся. Не все, а по крайней мере, которые знаем. В голове прям отложится реально, каким образом они и где выглядят, и как обустроено. Здесь сколько вот вас? Здесь двое, да? Аккуратненько. Вот они, короче, тут гогочат страшно, стали вообще гоготать. Так, монетки. Главное, чтоб не проснулись, пока я здесь что-то брожу. Так, тут много, тут каски или что, это чемоданы? Факел неохота убирать, много тряпок просрем. Но их убивать по-любому надо. Ладно, давайте. Так. И вот так. Нихера нехорошо, на-ка. Тихо. Хорош. Минус один. Здесь вода, вот что херово, здесь не будет гореть этот коктейль, если его просто так кину, на-ка. Левее. Красава. А теперь можно спокойно посмотреть, есть ли тут что-нибудь такого. Руки, ноги, деньги. Больше нету? Вроде как нету. Ладно, давай палку. Поджигай ее. Не хочет. Вот очень стрёмно это сделано. Во. Тут чего? Так, спуск еще один. Хорошо, здесь можно куда-то спуститься. Поехали посмотрим, что тут. Я хочу, чтобы здесь был тупик, чтобы не было много дорог. А то тут попробуй-ка все запомни. Так, еще это что такое? Да ты че? Откуда столько дорог-то? Я помню, что где-то вот в такой вот узенькой улочке, в которой мы то ли просыпались, когда нас вырубали, то ли спускались, там валялся топор альпиниста, там валялась фотография, там валялось что-то еще. Может быть, бродя по этим тонким улочкам, мы где-то это все-таки найдем. Потому что часто мы играем с сохранениями. Сейчас все эти сюжетные предметы у нас должны сох... Бляха-муха! Понятно, короче, это... Вот эта веревка, которая у нас справа по борту, она ведет в центральную деревню аборигенов, насколько я помню. Дальше там должен быть тупик. Если меня заметит эта херня, будет... Она меня заметила. Нет, не заметила. Будет все херово. Там, по-моему, вдалеке точно тупик. Здесь еще эти сраные детишки мелкие, они стали четче атаковать, судя по описанию обновления. Они стали очень меткими, очень глазастыми, и теперь они будут чаще попадать. Там вон ноутбук, можно взять, в принципе, микросхемку. Или эту херню... А, подожди, давай взорвем нахер, в чем проблема-то? Так, ну-ка. Сейчас прям к ней приклеим, да и все. Так, ну-ка, на-ка. Сука живучая, а? Ну-ка, на-ка. Не уходи! Взрывайся! Сука, тварь! Рви ее! В шлепки, в щепки, во все что угодно! Красота! А вы боялись! Чего бояться-то? Это обычная какая-то тварь, которую можно убить с тремя бомбами спокойно. Где эти мелкие засранцы? Они тоже все взорвались, что ли? Неудачники. Отлично. Но эта веревка точно ведет деревню аборигенов в центральную. Это я помню прям много раз. Опа! Сопляки. А вы дохлые, нет? По-моему, их поразбросало просто очень сильно от этого взрыва тоже.
держались поближе к мамке, в итоге вместе с мамкиной сиськой их и разорвало. Вот так-то, будут знать, с кем связываются. Короче, бомба очень полезная вещь. Особенно вот эта липучая, потому что если бы она была не липучая, она бы сейчас куда-нибудь улетела, я бы никогда в жизни не попал. Липучую бомбу, за липучую бомбу отдельная благодарность создателю липучей бомбы. И тому, кто додумался сделать ее липучей. Так, здесь ничего полезного нет. Микросхема. Ой, таблетки. Таблетки, деньги, деньги, ящики. Я не хочу сейчас скрывать. А ты можешь вскрыть ящик палкой? А, можешь. Вообще красота. Ну-ну-ну. Да и дарить-то вот так вот. Ага. Вот это хорошо. Мы с них еще и палок наберем сейчас. Точнее, не палки нужны, а тряпки. Ах ты, бляха-муха. Так, ладно, на. На. Что-то, короче, походу, когда бьешь этой палкой, у нее очень быстро убавляются ее времена ее горения. Поэтому, ладно, насрать на эти чемоданы, пойдем дальше. Так, куда? Мы сейчас возвращаемся назад, это раз. И после этого мы с вами идем, там был какой-то спуск вниз. Непонятно, куда он ведет, но надо с этим разобраться. В этот раз мы реально с вами все пещеры прям поймем, что где находится. А то обычно лазишь по ним, лазишь, видишь, сука, 2 квадратных сантиметра перед собой. И вообще непонятная их структура, и ничего. А сейчас вообще огонь. Главное, чтобы они не убрали в следующем обновлении эту хрень. А то подумают, что теперь слишком легко лазить по пещерам. Возьмут нас и отнимут такой радиус, короче, освещения этими факелами. Факелами. Они ведь могут догадаться. Но мне кажется, это вполне правдоподобный радиус освещения. Потому что, ну, огромная горящая палка, она не может освещать на шаг вперед и все. Она должна освещать намного шагов вперед. Что, собственно, она сейчас и делает. Итак. Тут я подумал, еще одна сварь. Главное, что аборигены не резнулись здесь. Нет, они не резнулись. Где тут спуск-то? Вот здесь, что ли? Да, полезли. Ай, как плохо-то. Куда спускаемся, хер его поймешь. Вы, кстати, за шейдерами кто-нибудь следит? Нет, шейдеры, там тени, вода. Я уже и забыл про это все. Нам, кстати, в этой серии надо будет потом вылезти из пещер, сохраниться и умереть. Для просмотра статистики, которую добавили, там, сколько пищи приготовили, сколько еды сгорело, сколько всяких построек, хероек, короче, большая должна быть статистика, я так понимаю, ее можно посмотреть после конечной смерти игрока. Конечная смерть наступает либо после 2 нокаутов, либо после съедения акулой. Наверное, и съедением крокодилом тоже до кучи. Так, здесь что есть у меня? Вроде как подо мной тихо. Так, вон сопляки, значит, где-то здесь и мамка должна быть, наверное. Так, ладно, ну-ка. Ну-ка возьми фонарь. Коробки. Вроде как там никого нет, поэтому можно палочку скрафтить. По-моему, если чем больше тряпок кладешь, тем сильнее горит. Точнее, тем дольше горит. Подожги ее. О! Красотень! И что это за... Нихера тут склад какой-то. Вот террас. Мать твою, динамит! Кстати, а что я динамит... Ебать, вот это бахнуло! А что случилось-то? Я же ничего не делал. Нихера себе! Вот это огонь! Вот этого я вообще сейчас никак не ожидал. Обосраться. Да иди нахер своим фонарем, мне зажигалка нужна. Включи мне в палку, ядритя. Вот это жахнул, так жахнуло. Вот это внезапно. Вот это динамит. Короче... Судя по всему, когда он выпадает из рук, он выпадает непосредственно подожженным какого-то хера. Или может он на палку как-то поджегся. Мы вообще где? Мы здесь вроде как в этих пещерах ничего особо сюжетного не нашли. Поэтому если мы сейчас с вами помрем, здесь ничего при этом не найдя, то я не разочаруюсь и
Мы просто посмотрели пещеры. Ух, вот это, конечно, жа... Опа, компас! Ой, все, сюжетки пошли. Че я там еще? Какая-то картинка, по-моему, подобрал. Это в книжке можно посмотреть. Не, ничего не подобрал. Да алло, палка, хорош гаснуть-то. Так, у меня есть компас какого-то хера. Пригодится, наверное. Ладно, пойдем. Еще один спуск. Подожди, рановато. Может быть, надо вернуться туда, где что-то рвануло. Может, я уголь какой добыл или еще что-то типа того. Это шахтер, смотри-ка. Вот те раз. В натуре шахтер. Откуда тут шахтеры? Мы появились прямо вот здесь. Интересно, каким он... Так, а вот, может быть, вот это вход в центральную деревню? Потому что там вижу палатку. Наверное, это он. Ладно, не суть. Дело не в этом. Короче говоря, мы нашли компас. Это радует. Чё, ты еще подобрал? Чё подобрал? Чё музыка заиграла? Вроде как ничего такого полезного я не подбирал. А карта у меня не появилась случаем? Это у меня, короче, здесь всего падает. Что такое? От короля. Ой, карта. Карта 3 из 4. Нихера. А где я столько набрал-то? И где она? А, я одну только карту подобрал. Вон она что. Не, ну тоже неплохо. Жалко, конечно, что просрали одну эту. Как ее? Тут же всего две жизни получается. Мы одну просрали. Ну и ладно. Поджигай. Как говорится, ничего страшного. Главное, что что-то нашли. Больше нам помирать не рекомендуется. Да, в принципе, я и не собирался, если честно. Хватит нам одной жизни, хер с ней. Я не особо расстроился по этому поводу. Главное, что мы нашли какой-то сюжетный предмет. А даже несколько. Мы нашли компас, мы нашли кусок карты. Их 4. Так, это куда меня ведет? Ага. Это подъем. Так, надо его запомнить. Там где-то компас есть. Хотя, в принципе, можно как бы запомнить это место. Это, походу, центральная деревня аборигенов. Спуститься сюда. Здесь сразу будет компас и кусок карты. Если вдруг что-то когда-то нам пригодится, вдруг одна жизнь, я буду помнить, где быстро все это можно найти. Ой, ёб твою, мать твою, ну сука, а! Ай, хорош! Работает, работает эта херня с первого раза. То есть теперь коктейли мне не нужны, вообще замечательно. Чё ты тут охранял, товарищ? Так, забор какой-то. Это не тот забор, который забор. Там забор был с крестами, который забор. А что за этим забором, интересно? Так, это что, деньги? Деньги, деньги, деньги. Ну ладно, собирай все подряд. Может, еще что-нибудь сюжетного зацеплю. Я, по-моему, карту с деньгами перепутал, поэтому сразу и не понял, что там заиграло у меня за музыка. Вот тебе, короче, пещер тут миллион прям стал какой-то. Ага, нихера себе, я понял, я что-то понял. Вот здесь вот вход. Это совсем недалеко, вон оно что. То есть эти, короче, входы связаны между собой. А кто знал, что здесь проход-то, и здесь одни камни были? Ну, пачки, уже что-то связывается, короче, в голове. Связывается, связывается и связывается. Скоро вообще в голове будет полная карта пещер. Так, я зачем возвращаюсь? Там где-то еще... А, там забор был, точно. Забор. А что ты этим забором-то? Конь-то. Да не ломай-то палку-то. Ну-ка. Ага. Отлично. Поджигай! Жри! Вперед! О, еще что-то нашли, отлично.
веревка, фотки, голова, голова. Ну вот зачем ты мне это сейчас показываешь, когда у меня в руке даже зажигалки нет? Это какой-то журнал. Еще какой-то сюжетный предмет, отлично. Ребризер, веревка. Какая-то хрень. Ну такой сюжетный закуток, судя по всему. А это что, тихо? Еще что-то? А, Библия. Библию можно достать, если с ребризером плавать очень далеко. Понятно. Так, карта у меня пока только одна. Вот это плохо. Зато есть компас и часы, кстати, еще появились. А это значит, что можно быстренько сделать вот так. А потом вот так. Отлично. Так, поджигай мне палку и пошли дальше. Хорошо. Но, по-моему, где-то еще одна развилка какая-то была. Да, во. Куда ведет она? Она ведь тоже куда-то ведет. Тоже может быть к чему. А теперь можно, в принципе. А-а-а, вот те раз, смотри. Во, понятно. То есть эту пещеру мы с вами полностью облазили, получается. Это что такое? Говно? Че это? Че он подобрал сейчас? А, сломанная игрушка? Да ладно. В натуре сломанная игрушка. Поджигай. Сука, вон оно как-то все завязано. И здесь мы сейчас выйдем опять-таки туда, где мы входили, в эту пещеру. Получается, да, он еще пишет, что-то добавил он в эту книжку выживания. А что ты где добавил? Что-то добавил, а ничего не добавил хорошего такого. А лампа-то эта горит, нет? Да ядрить твою, ну что ты будешь делать-то? О! Не, ну что, получается, мы, короче, одну пещеру полностью обошли. Потеряли, правда, при этом жизнь. Но это было замечательно. Это прям вообще отлично. Теперь можно сходить, собственно, в другую пещеру. Но не сейчас. Ну, мы вообще нормально прогулялись. Да, что ты мне карту достал? Я знаю, что у тебя карта есть. Молодец. Радуйся. Отлично, чё? Жизнь, конечно, жалко. Прям очень сильно жалко одну жизнь-то. Ну а чё ж теперь поделаешь-то? Жалко и жалко. Так, тряпка давайте соберем побольше. Здесь тряпка вам много висит. Веревки, тряпки. Тряпки очень полезная штука теперь для палки. Вообще просто без них никуда теперь. Где остальные тряпки? Так, а теперь быстренько отсюда валим, короче, в район сохранения. Сохранимся. И я думаю, мы на этом, наверное, с Форестом закончим, с этим обновлением. А в следующем обновлении мы с вами опять-таки возьмем факел и пойдем исследовать остальные пещеры. Прям я думаю, что в следующем обновлении мы реально с вами пещеры облазим очень сильно, очень хорошо, очень подробненько. Потому что с таким освещением мне самому прям хочется в них ходить. Там хотя бы все понятно, все приятно. Для глаз ты не щуришься, не ходишь в этой темноте непонятной. А все прям реально освещает. И в принципе с аборигенами бороться довольно просто. Да и для этой многоногой паскуды мы нашли в принципе читерскую точку. Теперь ее можно спокойно выхлестывать только так. Она нас не бьет, а мы ее спокойно с этой мины, короче, прилипающей просто расхерачим, да и все. А что мы там подобрали-то, получается? Мы там подобрали компас, кусок карты, какую-то сломанную игрушку. И по идее это все. По идее это все, что мы там подобрали. Так что можно, если что, вдруг... Да хотя, а где еще можно жизнь-то потерять? Ну, аборигены, если убьют, так надо загружаться, а если... Сам дурак, так сам дурак, нечего. Нечего помирать. Можно будет потом воскреситься на сохранении и все. Так, вот еще какой-то лагерь туристов, по-моему. Или это просто чемоданы. Не видно ни хера. Так, где там моя халупа-то? Мне надо сохраниться и... Сохраниться, пожрать, наверное.
и попробуйте умереть. Сейчас-то это будет просто, потому что у нас одной жизни уже нет. Посмотрим, сколько мы там прожили хотя бы. Статистику почитаем, если она там будет. Дай фонарик. Так, где я? Да хорош задыхаться, дружище. Ну, у нас теперь есть много динамита, если что. И мы знаем, как он культурно может жахнуть. Причем даже не культурно, но жахнуть может. Так, вон там моя халупа. Это же тот место? Да, это то место. Вон она. Фух, благодать. Но я вам хочу сказать, что сейчас идет 15 или 16, по-моему, день, а монстры так из пещеры не вышли. Это меня очень сильно напрягает, очень сильно расстраивает. Они реально не вышли. Так, давайте-ка я сохранюсь на первый слот. Сохранюсь на второй. И сохранюсь на третий. На всякий пожарный перед следующим разом. А теперь пойдемте умрем. И посмотрим, есть ли там статистика действительно. Так, давайте, пацаны. Иди сюда, упырь. Давай, бей меня. Бей! О, красавцы! Молодцы! Нету статистики, смотри-ка. Прожил 16 дней. И здесь тупо какой-то совет. Значит, статистика где-то в другом месте. Короче, нас... Ой, они, смотри, неделя осталась всего до релиза, до следующего. Это вообще неплохо. Короче говоря, вот такое обновление 0.20. Замечательное обновление. Самое лучшее, что здесь придумали, это охерительный радиус освещения факелов. Ссылка на плейлист с остальными сериями в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки на 3 следующего обновления, ребятушки, которое выйдет через 7, там 6, сколько-то дней. Всем пока. Раньше здесь был мат. We'll be right back.